Всем привет еще раз. Я обещал сразу же два мода пройти. Ну, модики короткие, так что особо не рассчитывайте на какой-то супер геймплей. Говорю, это для, скажем так, уже для полного прохождения Assassin's Creed. Это, по-моему, на тематику Северного полюса мод. Тоже немножко необычный. Именно необычная сама тематика. А, и мы еще играем за Альянс. А. Все, я вспомнил. Здесь надо, по-моему... Ух ты, здесь что не прикольно. Здесь повышенный урон у повстанцев. Почему-то у них на оружии... Да. Очень сильный дэмэдж. Ну, вы увидите. Сейчас, если у меня получится. Ага, ну, сори. Вот эти ящики, кстати, бутафорские. На самом деле, тут им нельзя взять. Так, это наш чел. Почему-то он не прикрывает. Но вообще он должен заминировать вот этот ящик. Почему-то он не делает этого. Не, ну вообще, в принципе, вот если не обращать внимания на сам геймплей, именно сама атмосфера вот у мода такая классная. Вот ветер шумит, ну то есть ты еще и именно ощущаешь, что ты находишься реально вот где-то на севере. Шум ветра отлично, просто шикарно сделано. Ну то есть вот такие вот мелочи, они скрашивают, скажем так, все минусы мода. А ну, по-моему, да, сейчас тоже сдохнет. Ну здесь видите, как ближе к реализму сделано. То есть пока он не защищается, почему-то они легче валятся. Жалко, стреломета нету. Вот эту тетю надо завалить. То она кровь пьет. Ну вы видите? Не, вы видите, как они дамажат? Это жесть какая-то. Это жестяк. О, музыка, сектор свип. Моя любимая. Все, хана, развели. ХПшек 0. Они реально за километр валят просто. Так, это был... А, это как раз и была цель основная. Надо кто-то снукаться. Да видите, мод буквально там за несколько минут проходится. Прикольно, когда он идет, такие звуки. Топающие. Ну что, он взорвал? Да, он же подорвал этот ящик. Отлично. Хоть аптечки не бутафорские. А, здесь и пак с застреваниями, да. Он не пропускает, видите, ему команду нельзя давать. Вот так. Я даю команду идти вперед, но он не идет. А тетя до сих пор курит. А, заметила. Она нас заметила. Решила заметить. А до этого все типа было тихо. Ну, можно пройтись, посмотреть еще по локации. Может, что тут интересненького. А вообще ничего нету, даже нычек нету.
абсолютная пустотень. Зря я сюда сунулся, ладно, я просто по фану пошел. Понятно. Ну, в общем-то, это все. Мод короткий. Ну, в принципе, есть моды. Там в каких-то конкурсах определенных были моды, которые проходятся за 30 секунд. Причем там я совсем не могу понять, почему они какие-то там места даже призовые заняли. Просто идешь, даже ни в кого не стреляешь, берешь ломик, срываешь замок, конец мода. Это вообще смех какой-то. Но это более-менее, здесь хоть пострелять можно было. Все, ребят, на сегодня точно все. Всем спасибо. Подписывайтесь, лайкайте. Новый подписчик, соответственно, я сделаю новый видос. Сегодня, да, был, по-моему, или сегодня, или вчера был один из новых подписчиков. Всем спасибо, ребят, за поддержку, за помощь и до новых встреч.